В этой стране вообще нет пресной воды, ни одной реки или озера. Зато прямо на пляже добывают соль. Это одно из самых маленьких государств в мире. Оно занимает 7 островов, но только на 3 живут люди. Здесь левостороннее движение и много мопедов. Считают, что раньше эта страна была частью Атлантиды. Догадываешься, что это за страна? Подписывайся и смотри полное видео в профиле. А я пока продолжу. Тут есть целый городок, который остался после съемок фильма о моряке Папайе. Тут узкие улочки и самые красивые цвета окон и дверей во всем мире. Тут много храмов и соборов, и даже есть церковные заповеди для туристов. Тут много казино и почти нет преступности. Тут можно получить гражданство за инвестиции. Тут жили рыцари, и их орден до сих пор известен во всем мире. Страна эта – Мальта.